Продолжаются игры плей-офф чемпионата Пензенской области по хоккею. Турнирную гонку за звание сильнейшего клуба губернии продолжают две команды из Кузнецка. Нападающий кузнецкого «Рубина» Олег Казаров в очередной раз поразил ворота каменского «Вымпела». В первой встрече этих команд в гостях была зафиксирована ничья 5-5. На своей площадке кузнечане доминировали на протяжении всей встречи. В итоге победа со счетом 6-3 и выход в полуфинал. Такого же успеха добилась и кузнецкая «Торпеда», одолев «Инсар» из Мордовии. Да и в целом все команды из восточной зоны, где на предварительном этапе выступали кузнечане, пробились в следующий этап, выбив соперников с запада. Полуфиналы пройдут в марте. Своих противников кузнечане узнают 25 февраля. При этом не исключено, что жребий сведет вместе «Рубин» и «Торпеда».